Всем привет, ребята. Меня зовут Виктор, и мы продолжаем выживать Will to Live. В прошлый раз мы остановились на том, что нам нужно еще одна бутылка водки. Нужна еще одна бутылка водки, чтобы завершить квест. Так, попробуйте создать несколько отмычек. Нужно создать несколько отмычек. Ну и... Па-па-па-пам. Так, рецепты крафта. Отмычка. Что нам нужно? У нас есть... Но нам нужна заготовка для отмычек. Вот. Что у нас тут? Длинногубцы. Плоскогубцы. И нам нужна заготовка для отмычек там, да? Ну... Так, подожди, я же вот это хотел продать. Я же хотел пистолет продать, я же его не зря там вытащил. А, я еще хотел настройку залезть и поменять. Показывать состояние. Это не то управление. Бег. Удерживать. Бег на удерживать я хотел поставить. Потому что как-то некорректно здесь маленечко работает, когда ты нажимаешь. То есть получается, что это просто автобег. Просто получается автобег. Свои товары покажи, Рафик. Так. Угу. Вот что самое интересное, что, вот смотрите, вот, когда ты нажимаешь, ну, держишь кнопку, и ты отпускаешь движение вперед, он останавливается. Но если ты настраиваешь на, ну, как там сейчас, удержание у меня, да, то есть на переключение, то ты переключаешься, и он бежит автоматически. Вот это вот, как бы, не очень корректно, я считаю, потому что, если ты... отпускаешь, что должен и бег прекращаться. То это вот не очень корректно. Как вот здесь вот, наверное, ты отпустил бег, и ты остановился. Но там, соответственно, ты не должен просто останавливаться. У тебя должен просто ты переходить на шаг. И это вот не совсем корректно настроено. Это, я не знаю, там может кто-то из разработчиков или админов там будет это смотреть, услышит там, да. То есть сделайте нормально, чтобы бегать можно было. Ух ты, цыпа. Цыпа. Типа. Охереть, блядь. Сука, курица живучий меня. Это же... Ну как такое может быть, блядь? Курица ХП больше, чем у меня. Так, постоянно следи за состоянием своего снаряжения. Чем хуже состояние брони, тем меньше она защищает. Брони, да? Мне бы сперва хоть какую-нибудь бы броню сейчас одеть. А там броня с 7 уровня. Вы покинули безопасную зону. Как я рад, что я покинул безопасную зону прям. Оу. Так, подожди, мне надо... друзья, журнал заданий мне. Поставки алкоголя надо активным сделать. Хотя я уже и по памяти помню, куда бежать-то там, да? Столько раз бегал. Он какой-то жук бежит, смотри. Какого уровня ты жук? 6-го. Проверка на пиараса, короче. Убьет в спину меня или не убьет? Я помню, где там бутылка водки лежит. Сейчас вот до туда нужно добежать. Что рисково было бы. Без патронов. А, давай-ка перезарядимся сразу. А то вот так вот попадешь в перестрелку и это. А стрелять тебе нечем. И по полной обосрешься.
Подожди, а что такое? У. Нет предметов в инвентаре учетной записи. Ага, а end. Обратная связь. Это этим разработчикам, что ли, написать? Написать, сделайте нормальный бег. Если бы здесь сделали режим не вот этого, то есть free kill, что ты убиваешь спокойно, безнаказанно, а если бы сделали за то, что ты игроков убиваешь, там тебе штраф дают, там, или вот когда тебя потом такого гада убивают, у тебя там дроп выпадает, там шмот твой выпадает, то есть вот это было бы как бы, то есть, ну, поприкольней, чем ты вот так вот бежишь, тебя просто шмальнули и все, и все. Ну, это... Ну, это, конечно, моя там позиция, то есть это моя точка зрения там, да, такая. И я не говорю, что она правильная, и что это так должно быть там, да, как я там хочу. Ну, а вот водка стоит. Все, я все 10 собрал. Нормально. Так, я собрал 10 водки. Угу. Так, журнал заданий. Мех на шапке. Рекомендуем уровень мех на шапке сделать активным. Где ты тут? И... А где мех на шапке-то, блин? Ёбаная аномалия, сейчас меня за это... За вот... За... Загубит еще. Ты меня караулишь, что ли? Что-то я не понял, а где мех на шапке-то? Как его? Мех на шапке. Или это повторяющаяся, или что? А, так, белый мех. Для этих целей очень хорошо подходит мех крысы-мутанта, который называют крысиным королем. Приноси мех, получай деньги, все просто необходимо принести мех крысиного короля. Так, наблюдатель. Рекомендую уровень персонажа. 3. А, эти. Клешни там, да? Крысиный король, крысиный король. Давай вспомним, где он по карте был. Крысиный король. Так, мы... Сука. А, так... Где-то я же где-то вот отсюда тогда вышел, вот так вот бежал, и где-то вот в этом районе, да, он был в ц в районе в районе я не понял, а я же купил патроны, я 15 этих упаковок патронов взял. Я как бы маленечко сейчас в ахере. Потому что я купил 15 упаковок патронов. Куда они делись? Так, ладно, ребят, пока я бегу. Минутка рекламной паузы, да, в общем. Подписываемся на канал, ставим лайки, вступаем в группу в ВК. Можно не вступать в группу ВК, она в этом для других целей создана там, да? Ну, это для любителей там Counter-Strike. Вот. Ставьте лайки, пишите комментарии. Будет интересно, приятно почитать, что вы думаете в целом об игре. Что вы думаете в целом о том, как я играю там, да? Ну, либо какие-то свои там идеи можно выражать. Ну, в принципе, меня сейчас, если кто спалит здесь, меня просто замочат сразу. По той самой причине, что у меня... Еще мне не нравится, что есть задержка.
ну, замочит меня по той самой причине, что у меня патронов нету. То есть, ну, я 3 патрона, конечно, смогу пустить, если удастся с первого выстрела, там, со второго попасть в голову, это будет супер, там, да. То есть, мне не нравится, что есть задержка между, ну, на кликах. Я вот, например, открываю карту. А, нет, смотри, сейчас быстро открылась. Может быть, ее надо сперва открыть, чтобы она открылась быстро, а потом будет она уже нормально открываться. Ну, не знаю. Давай-ка сейчас ускоримся. Я не понял, я купил там 15 пачек патронов. Ну, смотри, 15 пачек патронов это... Или они по 5 продаются, или что с ними? Я маленько что-то не догоняю. Если по 5 15 пачек, то это 75. А если просто 15 в обойме 8, 75 патронов я купил. То есть я что, 75 патронов уже израсходовал, что ли? То есть я израсходовал уже 75 патронов, пока вот бежал. И не стрелял там ни в кого. Че, давай, проверка на... Он там без хп бежит. Он бежит без хп. 9 уровень. 5. Птица. О. Или птицао. Не знаю. Птицао или птицао. Так, внешний вид снаряжения персонажа можно... Поздно что-то прочитал, что-то можно сделать с внешним видом персонажа. Курочка, курочка. Цыпа, 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 цыпа. Ну, здесь они это... Побыстрее. Да вот... Какой-то странный вот этот... Прицел тоже, блин. Ну, что для меня тут, конечно, все странное. Охереть. Ты лютая шавка. Давай, иди нахер. Ну, догоняет. Я в домике. Я в домике, я в домике, я в домике. Мы по нему пробежались. Правда, ботинки и рюкзак сожрали все-таки. Ну, а мы вперед уже не пошли. Очко-то не стальной чай. А не фартовый наш. Так до базы босой и топал. Хорошо, хоть до носков не добрались, твари серые. А где там кто говорит? Интересно. Кто там где базарит? То есть занимаешься, будешь заниматься твинководством. Байки. Что-то ребята там обсуждают. Возможности твинководства. Твинководство. И сколько ты мне за мои мучения дашь за 10 водки? Здорово, хлопчик. Надеюсь, ты вернулся с хорошей новостью. Да, нашел твой товар. Он был спрятан недалеко от тупика. В общем, похоже, что тебя обманули. Я нашел. Я просто собрал 10 бутылок водки в рандомных местах. То есть это называется спрятано было. Ты прям по классике жанра. Пришел с одной хорошей новостью и с одной плохой. Спасибо, что принес мой товар. Держи это тебе от меня. А с тем подлецом нужно будет бы разобраться. Нехорошо так поступать. Так, а что ты мне там дал-то вообще? Вы спрятали, вы получили опыт в размере 800 и плюс 100 на баланс, да? Ёп, ты, да ты щедрый мужик, я смотрю. 100 монет, сука, меня... Я 3 часа этот квест твой сраный выполнял. А и 100 монет за это получил. Нет у тебя никакой это... Чё, есть у тебя какая-то работа, еще что-то есть? Покажи товары. Так, этот тоже барыга. Чё-то можно... Так, пластиковая бутылка. А где чистую воду, интересно? Резина. Резина. Яйцо, курица. Бутылка с грязной водой. 100 монет. 20 уровень. И что, квесты? Так, пойдем, сходим сюда. Снайпер и хил, то есть 4 вида.
обсуждают там ребята так. Вот, закрыли ее. Ну там. Угу. Пацаны, кто не мог увидел? Не-а. Не было, да, его? Не, я не видел. Покажи свои товары. Так, ладно, пойду распродамся, по дедушке отойду. Проснулся. Сходил за артефактом. Соскушаю. Акбар, спасибо тебе большое. Приятного. Спасибо. Кто? Не мой. Пойдем? Да я просто спросил, может он здесь, может он куда пойдет. Нет, почему? На забив? Ну, как по моему времени, у меня только 12, или на начало первого дня. Потому что, наверное, нас с ним отличается, я-то с Кемеровской области. Кемеровская область. Я тоже Сибирь. Кузбасс. Так, а чё, давай посмотрим по квестам. Журнал заданий. Отмычка. У меня не хватает что-то так наблюдать. Мех и шапки. А, ёптать. Патронов купить надо было. Патроны. А я пошел, вам я повторно взял мясо, да это. 15 на все деньги нет. Вы уверен, что хотите купить FM в количестве общая стоимость 8 монет? Да, хочу. Вот купил 15. Подожди, а 15 это 15 патронов? Может быть, я 15 патронов купил всего лишь, а не это? Поэтому они у меня быстро и кончаются. Так, давай, сейчас мы проверим мою догадку. Может, я так настолько... Дебил, блять, что это? Я думал, что я покупаю упаковку. А может, я просто за патрон плачу за один? Ну-ка, давай мы сейчас тут постреляем маленько. Ну, постараемся кого-нибудь найти, в кого стрельнуть. Так, давай мы... А, в принципе, мне же просто перезарядиться надо, да? Вот, 8. И... А почему 7 и 3, 10? Я что-то малость это. Что с этим мода? Что, почему ты разъединился? 10 8. Я купил 15, 8 у меня в обойме. Я понятно, я это патрон за штуку, не за коробку, за штуку. Фу. Непривычно, конечно, к такой этой. Что это? Патрон за штуку. Я и думаю, какой купил 15 упаковок. Куда так быстро кончилось? А тут, оказывается, не все так просто. Ну тогда давай хули сотню возьмем. А что делать-то? Что делать? Все тогда. Я и думаю, что за шляпа-то? Так, это ты мне теперь показываешь крысиного короля, куда? Куда надо, да? Идти стрелять. Ну, пошли. Ну, пошли, постреляем. В крысу. В крысу сильного короля. Прибор для личной гигиены. Простой и надежный. Всегда следите за направлением установки мины и заранее подумайте направление отхода. И заранее продумайте направление отхода. 7 уровень с винтовкой. Так, и чё ты сюда вышел? Крыса, по-моему, где-то здесь должен быть король крысиный. Ромашки. Ну чё? Чё-то это... Не убивают.
То есть либо школота спать ушла или чё. Мамка наругала там, от компьютеров отогнала. Ну. По-моему, где-то... где-то здесь должен быть крысиный король. Если я, конечно, не ошибаюсь. Вон там чувак какой-то в засаде сидит. О. Опять фрезы. Ёб твою. Давай, давай еще разок. Блять, а где шкура-то твоя? Падла. Ну, по крайней мере, я запомнил правильное местоположение короля крысиного. Только шкура-то с него не выпала. Автомат отбивается. Автомат, по-моему, это уже уровень 7, наверное, там или какой. Так, меня убили. А, подожди. Если вы не хотите участвовать в стычках с другими игроками, вы можете выключить режим PvP в КПК вашего персонажа. Не показывать снова. Ну-ка, КПК. Информация. И как это? Информация о персонаже. Вы собираетесь выключить режим PvP, в данном режиме вы не сможете участвовать в сражениях с другими игроками и будете получать меньше опыта, однако при этом количество теряемого при смерти лута будет уменьшено. Включение или выключение режима PvP никак не влияет на фракционные войны. Вы уверены, что хотите выключить режим PvP? Режим? Ну да, например, я уверен. Я уверен, что я хочу выключить режим ПВП. А что у меня и аптечек нету, да? Зашибись. Подожди, если я выключил режим ПВП, что это значит? То есть что... Так, во-первых, давай посмотрим, кто меня убил. Сатанист один убил меня. Вы получили предмет ТТТ, вы древесина, резина, свинец, хвост крысы, бритва и пластиковая бутылка. Сатанист. Да ту нахуй мне ты. Мне бы посмотреть. Персонажа этого. Лут, журнал, группа. Никак. Ох, хуй с тобой. Следопыт. Кто-то следопыта тоже умотал. Где-то сидел, короче, этот хер в засаде. Кто-то из кустов меня выщелкнул. Не, ну судя по тому, сколько он выпустил патронов, то есть там очереди такие шли, он меня всего два раза попал.
О, мухоморчик. Что, пособираем? О, еще какой-то. Поганка. А можно кому-нибудь будет поганки-то взбагрить? Или нет? Миха-медведь. Миха-медведь. Не помню я. Взрыв. Пенни, тебе нужен мех? Да, да, мне. На, иди, я тебя прихватил. Спасибо. Сейчас. Блять. Благодарю. Не за что. Ну вот, видишь. То есть, короче, смотри, меня чувак замочил. Он из моего лута вообще ничего не взял. То есть он меня замочил и вообще ничего не взял. С этим тебе там ходят, да? Не знаю. Ну, слушай, есть нормальные вон игроки. Да, то есть там, ну, в любом случае нормальных все равно больше, чем дебилов играет. Ну, хотя тоже говорит, что тут, если есть возможность, так КПВП, то есть человек там говорит, что он там дебил, там, да, что он тебя убивает. Ну, это игра такая, тут есть открытый доступ к убийствам. И этим люди пользуются. Просто у меня от этого бомбит, подгорает, и меня это бесит, раздражает, и поэтому я так и говорю. А так в этом, в принципе, ничего плохого-то нету. Это такая игра. Медленно выносливость-то восстанавливается. Так, что у меня тут еще какие? Журнал. Наблюдатели. Давай мы тебя сделаем активным. Наблюдатели. Сколько там? Вот вы здесь. Ну, я, в принципе, в ту сторону и бегу. Подожди, а что здесь такое? Область событий. Что за события? А почему он мне на наблюдателе дал наган? Там или этот, как он там, револьвер называется. Вот зачем он мне на них? То есть они какие-то прям мощные, крутые, что ли там. Ну, у револьвера дамаг еще меньше, чем у этого ПМа. Не совсем, как бы, я это так понял. Пойдем сдадим.
Усталость снимается быстрее, если вы находитесь в приседе. Как-то, конечно, не совсем логично, что в приседе усталость быстрее снимается. По сути, в сидячем положении, там, на корточках, ты меньше можешь находиться, чем на прием стоя на ногах, там, да? Почему тогда усталость быстрее снимается в сидячем, в приседе? Непонятно. Куча всяких у меня вопросов получается. Ну, это вот... У разработчиков это вот так вот, и там у создателей игры, что в приседе это снимается быстрее. Значит, не будем с ними спорить. А мы вперед уже не пошли. Да-да, ты уже какой раз говорил, что там у тебя очко не стальное. Чё, опять кто-то слушает музыку? ЧС, не хочешь прогуляться? Мужики, резина у кого есть на продажу? Резина. Тебе какого года надо? Так, резина. Так, и чё... Подожди, чё ты сюда пришёл? Вот ты сюда чё пришёл? Чё ты хотел здесь? Так, а кому мне надо сдать? Марик. До базы ЧЗ не хочешь погуляться? Да нет, к сожалению. Блядь, я не знал, что прикинь, что NPC ложат нахуй. Сам пошел туда, блядь, они меня положили нахуй там. Где-то наоборот, блядь. Вон две резины подбирай. Есть еще у кого-нибудь одна резина? А, блядь, я, по-моему, конфет-то видел на базе ЧЗ раньше, когда нейтралов было. Как они проходят тут? Они как бы... Сейчас уже не проходят, уже все. Так, мне надо... Мне надо купить этих лекарств. Лечиться чем я буду? Средняя аптечка пока что мне сама то, поэтому... Послушай, как ты покажи свои товары. Средние купить. Давай мы 5 возьмем средних. Окей. 5 средних, само то. Угу. А, в складе надо выложить это. Лишнее добро. У меня бабла уже не осталось нихера. Народ, продаю модифицированный ГШ. По себестоимости отдам, хотите? Хочу посетить свое хранилище. Поганка. Крысиный хвост нахер. Так, 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 больше тут. Больше ничего тут мне и не нужно, да? Мясо давай вот сюда это выложим. Бритва. Давай мы возьмем болты, а бритву сюда закинем. Мухомор и вся эта шлак, свинец сюда закинем. Патроны, мухоморы. Что, блять? Три пластика куплю. Пластик, ну-ка. Еще один есть пластик у кого, ма, пацан? Ща я тебе еще один дам. Ассалам-алейкум-ба. Здорово. Плоскогубцы. Куплю, продам. 275. Так, ладно. Че, аптечки выставляем на панельку. Давай на восьмерку, чтобы ты мозг мне... Вак, хвосты. Выбросить хвост. Поганки, мухоморки. Поганки, мухоморки. Я не знаю, они нужны будут, нет? Наверное, сейчас они мне не нужны будут.
Ни поганки, ни мухоморки. Квестов пока нету. А чё квестов-то нету вообще? Или надо вот этих пойти завалить? Клещастых с клешнями, которые там эти, да? Пойдем посмотрим, что это за чудовище. Посмотрим, что это такое за животина. Ночь наступает, кстати, опять уже. Так, крысы слетаются на огонек. Кирка по мере использования изнашивается. Не забывайте об этом. Ох ты. Что ж вы раньше-то не сказали про кирку-то? Ах ты ж, блин. Чё-то я это... Похоже, я не совсем в удачное время пошел на этих охотиться, да? Сейчас по темноте их буду искать. Ну, конечно, скорее они меня найдут, чем я их. Лягушки квакают. Какая-то падла там уже... Не, ну она за мной не увязалась, конечно. Блин. Так, пистолет заряжен, 78 патронов еще есть. Я вот не понимаю, что за буква S под патронтажем? Или это S, или это цифра 5? Что она означает? Что она означает? Так, это что, это ромашка? Соберем? Может, она пригодится? Так, тут... Так, это что был? Еще ромашка. Я не знаю, нахера сейчас я их, конечно, собираю. Что, сразу две ромашки собрал? Ну, сразу две ромашки собралось. То есть какие-то ежедневные здесь есть задания обновляющиеся или... И во сколько они, соответственно, тогда должны обновляться? Ну, нет. Сколько мне еще бежать-то? А, ну вот уже здесь. Квестовая точка наблюдателя. Давай выносливость восстановим. Восстановим выносливость. И посмотрим. Так, откуда? Вход оттуда. Наверное, под дороги вход, скорее всего. Так, есть тут какие-нибудь эти? Вы зашли в безопасное место. В безопасную зону я зашел. Ну и... Ну, давай. Одежда — это не только внешний вид. Не забывайте ее чинить с помощью ремкомплектов. Так, и что здесь? Что это такое? Что это за город? Вы покинули безопасную зону. Так. Так мне надо куда? Квестовый монстр. Квестовый монстр. А-а-а. Где? Новое задание АТП. Исследование 5%. Так, подожди, мне что надо? Просто это? Побегать по карте здесь и... Каким образом будет исследоваться карта?
И где эти монстры? Квестовые монстры. Так, аномалия. Ух ты. Не, ну так-то, в принципе, они несложно убиваются. Низмут, как ты туда забрался? Где эти? 2 хп, блять. 2 хп там с ножа можно было. Так, это аномалия, что ли, или что это? Снежинки идут. А, ну да. Так, под... Подожди, то есть ты чё? Ты серьёзно? То есть он... Он спрятался в ящике? То есть эта хрень спряталась просто в ящике? Интересно. Ну вот же, я видел, что ты где-то здесь. Слушай, прям прикольно, он просто спрятался в ящике. Или за ящиком, я не понял, что это было. Или они умеют маскироваться, то есть вот смотри, вот. Прикольно прям.
довольно необычно. Наблюдатель, он что-нибудь мне говорил про то, что эти мудаки умеют маскироваться? Или что-нибудь такое? Предупреждал меня или интересно он об этом или нет? Так, просто каким образом зона, интересно, исследуется? Я взять не могу. То есть просто обойти надо, что ли, все вот эти там, ну скажем, там участки, закоулки. Вы получили опыт в размере 49. За что? То есть за что я это получил? Вы убили наблюдателей. Ну, не совсем понятно, то есть. А, или может кто-то убил наблюдателя, в которого я стрелял в тот раз? И поэтому мне опыт там дали. А, вот, смотри, лезет. Наблюдатель может быть завершено. Ну, хорошо. А как мне тут это... Ну просто сейчас побегать, исследовать зону или что? Ну как мне? Ой, я могу по лестнице, интересно, залезть? То есть лестницы не активны. Где ты? Где ты? Не, ну хотя... А, ну это, наверное, скорее всего, вот эта лестница неактивна. Так-то лестницы же активные были. Я же лазил по лестнице. Необходим ключ. И где ключ взять? Так, а интересно, исследование, это... Исследование зависит от количества, сколько ты времени... О, смотри, опять в ящике, да? И он от меня убегает. Сколько ты здесь находишься, или какую территорию ты здесь обойдешь? Вот что мне интересно. Кто-то с дробаша шмаляет прям по жести. Так, ну я пока 35% мне показывает. Исследовал. Понятно, конечно. Я что-то не понял, зачем он мне на вот этих уродов давал револьвер? Зачем? То есть что револьвер должен был мне... То есть какое преимущество он должен был мне дать над ними? Или что он мне вообще должен был дать?
40, я... процентов. То есть он опять ящик с ногами. Ничего-то маленечко, ну не понимаю я тут маленько логику исследования. То есть надо какую-то территорию оббежать, охватить или что, как исследовать-то? Там бараки эти все обойти надо. Что надо сделать? Есть тут какие-то секретики? Ну-ка, ну-ка. Хули, давай проверим. Не, я думал взорвется. Так, ну я вот смотри, я уже половину как минимум исследовал, поэтому... Ящик пустой. А чё ты пустой? Вот еще ящик. Картечь. Так, и кто-то, кто здесь, кто здесь? Ох ты, а вот вы. Прикольно, слушай. Во, они какие подлюки. Они вон, оказывается, что. Ты когда на них смотришь, они там типа такие. А нет, никого нет. Нет, нет, ты ошибся. Никого нет. Там, да? Вон еще коробка бежит. А, все, я все патроны расстрелял. Тогда мне тут стреляться уже не с кем. Нехер тут мне стреляться. Блять, с эти патроны как меня задолбали. Так, чё, наблюдатель? Собачий жир я просрал, да? Я собачий жир просрал, да? И хуй с этим собачьим жиром. Ничего такого. Сейчас на дорогу, по дороге добегаем до этого. А, хп, я же этот успел, да, заюзать. По дороге добегаем до Солнечного. Исследовать будем в следующий раз. Так, наблюдатели. Все, надо отмычка, АТП, исследовать АТП. Вознаграждение опыта 5000. Подожди, так это мне опыта сразу. Это мне опыта сразу на следующий уровень еще дадут, если я сейчас исследую. Так, а что я тут теряю? Из картечь, пластик, ромашка. У меня особо тут ни хера ценного нету. Но у меня и нету этих. Но у меня и нету. Давай побегаем. Ты уже жрать, конечно, хочешь, пиздец. Может, батон тут найду какой? Я, конечно, сомневаюсь. Нет, гадине, душащий наше будущее. То есть вроде меня тут, кроме этих мудаков, никто не убивает. А это я, да, наверное? Ага, блять. Да чтоб вас, блядь, козлов.
А вот он, ты, труп пешник, лежишь. Так, у меня аптечки закончились, у меня все закончилось. Блять, почему ты? Что с рюкзаком? Почему ты неактивный? И ты только 50... У тебя нету патронов, у тебя нету аптечек. У тебя выносливость на нуле. Давай хоть выносливость посмотрим, постараемся. Вот он ты, тварь, да? Да я вижу тебя, ёптать. Падла. Еще вон со спины идут. Вот они. Вот они проходят. Но они почему-то меня не заметили. Они почему-то меня не заметили, в отличие от... Ну, я не могу его, наверное, с ножа-то. Хотя хер его знает. ХП нету. Ничего нету. И ты мне, по сути, нахер-то не нужен. Сука, ты чё такой? Бронированный. Тут не заныкаться, блять, и чё? Сейчас сожрет меня. Блять, у тебя была одна попытка прыгнуть, и то ты. А, ну, наверное, сил у тебя нету на прыжки, да? Давай постоим вот так вот просто. А лучше присядем и посмотрим. Я его заметил, да? Эту тварь заметил. Надо восстановить немножечко мне этих. Ну, сражаться-то с тобой мне точно не вариант, потому что... Сражаться с тобой мне точно не вариант. Но зато 55% исследовал. Чё, я могу тут что-нибудь съесть, выпить, ромашка? Выбросить, уничтожить. Показать информацию, это. Выбросить, уничтожить. А это выбросить надо. Тухлое мясо. Ох, короче, ну, сколько тут, у меня ни хп, ничего нету. Хоть тут, сколько тут сидеть-то можно? Сколько я тут так буду сидеть? Ну, мне надо на рывок, по крайней мере, на это. Мне надо на рывок вот до сюда хотя бы накопить. Чтобы я пробежал сюда.
то иначе это. Сейчас где-нибудь по дороге меня там сожрут. 4. И на выход, и в солнечный тогда что делать? Тут, конечно, хп, опыта мне совсем чуть-чуть осталось взять. Но я сейчас квест сдам, опыт дадут. Потом уже вернусь туда, дальше исследовать буду. Почему? Потому что по-другому я просто не вижу способа, смысла. Нож тоже непонятно, как-то, ну, не могу привыкнуть к дамагу, который ножом происходит. Потому что это... То есть есть вот точка, по которой ты бьешь, или как тут надо, вот как? То есть это дистанция ближнего боя. С ножом это там этот, какой там, старатель класс есть. Вот, по-моему, ему, наверное, с ножом само то играть. Оружие ближнего боя используют они. А вот которые такие, как я, охотники, им, по-моему, сука, как быстро-то это расходуется. Все, сейчас меня убьет. Ну, хуль тут делать. Они залезли. Я запрыгнуть никуда не могу. Все. Ромашка и гайку потерял. Так, а почему я опять с этой стороны очухался? Я вот хотел вот с этой... Короче, я в солнечный, не считай ворон. Мины направленного действия могут быть очень эффективны против скопления монстров. Ах. Вы вышли из безопасной зоны. Побежали. Прям махом расходуется выносливость. Может, из-за того, что здоровья мало. Так, давай мы поменяем. Вот это сделаем активным. Потому что... Бесишь ты меня, 55% эти, которые... Осталось там доделать квесты, ты просто... Окончились патроны, окончились аптечки, и у тебя, по сути, монет-то не очень много. Что это, запорожец? Или жига? Жига. Ну вот, вот это вот сталкер, прям чистый сталкер. Я там в темноте тоже ночами сколько отбродил. Как там, чистое небо. Я играл сталкер, чистое небо, часть. Так. Тут, по сути, не так-то и много мне осталось. Здоровье еле-еле восстанавливается. Так, сейчас уровень апнем. Надо будет посмотреть что-нибудь для восстановления хп. Так, зачем мы бежим это? Мы же можем вот так по диагонали. Это все будет быстрее, да? Что меня что, на дороге могут поджидать эти динозавры? Что здесь могут поджидать? Однокуйственно. Вон я уже вижу огни. Но пока что мы проползем потихонечку. И рывок. Рывок. Все, я в безопасной зоне. Броня монстров по мере получения урона изнашивается. Причем величина износа напрямую зависит от получения урона. Броня у монстров. Хьюз. Хьюз, это что такое Хьюз? А, это ты Хьюз? Кура, курочка.
5 очков опыта за курицу дали. Мясцо и яичко. Блять, псина лает. Ай, 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 отстаньте от меня. Отстаньте от меня. Так, а... Чё там, а... Зома... Вы присоединились к событию. А чё надо найти? Рафика... А, Рафик ключи опять обронил. Твою ж мать. Чё ты так часто ключи-то роняешь, Рафик? Рафик потеряшка. Рафик потеряшка. Так, это... А, это к этому надо идти. К Михалычу. Да, я покинул события. Спасибо, что вы об этом мне сказали. Ну, как успехи? Были там наблюдатели? Были, жуть напугали. Жуть напугали. Но я с ними справился. Обучение. Вы получили первое очко навыков, которое можно потратить на улучшение способности вашего персонажа. Очки навыков выдаются за повышение уровня. Откройте приложение навыки в КПК, чтобы распределить его. Окей. Отлично, боец. Настоящий солдат. Держи деньги. Заработал. Так, теперь у меня вопрос. Вопрос. Навыки открыть. Параметры персонажа. Ловкость. Интеллект. Так, давай. Сила. А, грубо физическая сила. Способность переносить большие грузы. Носить с собой больше снаряжения. А также использовать более тяжелую броню. Сила – основная характеристика для старателей, так как им часто приходится набивать рюкзак ценными ресурсами и стараться при этом не терять бодрость духа. Нет, это не про меня. Ловкость. Скорость выполнения всех действий, включая обращение со снаряжением, а также перемещение в мире. Ловкость является наиболее навыком для тех, кто хочет действовать максимально быстро, так как скорость может спасти жизнь. Выносливость. Способность перемещаться на большие расстояния, сохраняя при этом запас силы, бодрости, точность стрельбы из всех видов оружия, а также возможность результативно стрелять на большие дистанции. Меткость является основной характеристикой для охотника, так как позволяет ему максимально эффективно использовать возможность своего оружия. Интеллект. Способность быстрее обучаться и эффективнее использовать полученные знания во всех сферах деятельности. Имеет влияние на обращение с электроникой, создание предметов и медицины. Интеллект просто необходим инженерам. Удача. Удача – субъективная характеристика персонажа, так как ее невозможно изменить. Измерить. Однако удача влияет на многие моменты в жизни персонажа, помогая находить выход даже в самой безвыходной ситуации. Быстрее обучаться. То есть, соответственно, я буду получать больше хп, чем больше очков этого буду получать, да? Ну вот мы давай ее и возьмем. Да, я уверен, параметры... Хорошо. Сюда, навыки. Навыки, навыки. Так, это что такое? Пистолетный мастер... Увеличивает шанс на критический урон. Так, а это что такое? А это что такое? Увеличенный рюкзак. Стоимость. Дополнительная ячейка в инвентаре. Ну, очков навыков. Повышает точность из пистолета. Ну, давай изучим. То есть мне сейчас точность из пистолета... Подожди, классовые навыки. А здесь метки стрелок, очков. Тут еще копить их можно, да? Получается, винтовки 2. Урон от пистолетов, точность. Ну, ладно. Я хочу задать вопрос. Нет, диалог, давай завершим. Потому что, скорее всего... Там аномалию надо это посмотреть. Там как раз можно БТП сразу. Это у бармена, скорее всего, задание там какого-то. Или у того этого там. Сипат или сикаты сидит здесь. Вот, стервятник. Пора идти. Ага. Значит, у тебя, да, работенка?
Здорово, хлопчик, наличчиво. У меня тут новинка сезона, сидр, отличная вещь. Спасибо, дядя Боря, попробую в другой раз. А не расскажешь мне об аномалиях? А чего тебе вдруг интересно стало? Да тут Михалыч меня по заданию отправлял. На картах пометки делает с местностями, где есть аномалии. Там была жижа. А какие еще бывают? Разные бывают. Какие-то опасные, какие-то не очень. Иногда даже забавные. Забавные? Ага, например, аномалия радио. Почему радио? Да черт его знает почему. Выглядит как какие-то помехи, шум. Не знаю, как объяснить. И чем же она забавна? Тут, хлопчик, такое дело. Если в нее запрыгнуть, то она перенесет тебя бог знает куда. Иногда в такие непредсказуемые места забрасывает. Некоторые особо ушлые товарищи научились использовать аномалию радио для того, чтобы собственные тайники делать. Но есть одна маленькая проблемка. Какая? Иногда радио преподносит злую шутку. Она может взять или телепортировать тебя на большую высоту, что в лепешку расшибешься. Или еще в какие опасные зоны. Тут как повезет. Понятно, где такую можно встретить. Ну, если недалеко от города, то я точно знаю, что есть одна такая на АТП. Пойду погляжу на нее. Хорошо, удачи. Тайник об аномалиях. Тайники в аномалиях. Так, подожди, ну тут что, у тебя еще квест какой-то есть? Могу помочь. А, есть небольшой. Сможешь мне немного дров собрать? Мои запасы кончатся. У меня что-то спину прихватило. Боюсь, если согнусь, потом не разогнусь. Могу помочь, где их искать? На АТП есть небольшая куча дров, можешь оттуда принести. И не только как раз. И недалеко как раз. И ты уже знаешь, что все. А, спасибо, друг. Да не, все-то я еще не знаю. Так, ладно, здесь мы... Голод. А, ты голодный, тебе ж пожрать надо. Ну-ка, дядя Борь, покажи товары свои, жрать хочу. Так, давай мы... 30. За 35 купим жареная кроличья тушка. Окей. Да, купить. Так, бухло, вода, пустая бутылка, да? И попить надо будет. Купить, попить. Угу. Съесть. Так, ладно, тогда мы... По полной нам надо. Так, давай тогда вот эту купим. Съесть. Все полностью. Теперь надо выпить. Все полностью. Отлично. Так, это клешня наблюдателя какая-то. Не пойми, что там. А, так что, еще все ключи ищут, что ли? Сука, Рафик, где ты их потерял-то? Полудурок ты, блин, не русский. Амадеус. О. Амадеус. Мне надо купить патроны. Мне надо купить аптечки. Мне надо купить. Рафик. Давненько тебя не было. Слыхал, ты у нас теперь специалист по отстрельным бездомных животных? Ну да, похоже на то. Ну, рассказывай, какие ветром принесло. Как обычно. Мне нужно подзаработать. Давай посмотрим. Поиск металлов. Не торопись с выбором, подумай. Поиск металлов, конечно, найдется. В этот раз я тебя не отправлю с мутантами воевать. Вообще, проблемы Михалыча с мутантами меня не особо касаются. Пока их много не становится. Вот и приходится помогать городишке за свой счет. За это Михалыч мне разрешает тут торговлю вести. Но хватит лирики. Свалка ведь, наверное, по дороге встречалась. Вот и сходи на нее, собери мне металлолома всякого. На этом все. Дельце не пыльное. Да и крыс ты уже не боишься. Что скажешь? По рукам. Так, теперь давай товары мне покажи. Чудо, ты в перьях. О, я теперь могу гранату купить за соточку, да? Прикинь, я могу с гранатой теперь гонять. Что тут еще можно купить? Обрез, боевой нож 7 уровня. ТТ, урон не очень большой. Белка от 50 до 80, а... Дробовик, охотничий. Тут все неактивное, да? А вот патрончики тогда.
купить. Ну что, давай соточку возьмем. Не, давай 150 возьмем. Пока я при бабле. 150 возьмем. Теперь мы вот это вот тебе продадим. Слушай, но это... Просто я что-то его это продаю. А оно может быть это какое-нибудь полезное, ценное, ну, нужное вообще. Ромашки. Так, это что, древесина. Нужен для квеста наломать дров. А, пластик. Ну. Так, ну, наверное, все, да? Давай продадим за 133. Так, это ремонтник. Кто тут? Акбарс. В клане каком-то. Хранилище хочу. Хранилище хочу свое. Курица. Патроны, ромашка. Давай я тебя это возьму, а пластик туда уберу. И продадим. Рафику продадим молоток. Мне два не надо. Дрова. Все еще ключи ищут, поняли? То есть все еще ищут ключи. Это не активно. Так, теперь квест еще где-то. А, вот здесь, наверное, какой-то, да, квест? Доска объявлений. Мясо наблюдателей. Блять, я его только продал. Сука, это что за прикол-то такой? Я только мясо наблюдателя этому мудаку продал. Да уж. Так, у тебя есть какое-то задание? Слушай, такой вопрос. А где ты берешь запчасти для оружия? Мне по долгу службы тут приходится... Тут находиться надо, поэтому бегать и искать запчасти у меня не получается. Вот люди несут всякие на ремонт, сдают, что находят лишнее. Нет, нет, у Рафика что-то появляется. Так вот и набираются детали потихоньку. Слыхал, ты на ТП ходил недавно, и тебе даже что-то полезное удалось найти. Если найдешь чего, приноси мне, по цене не обижу. Ты, конечно, можешь Рафику все продать, он, может, и цену лучше даст. Но скажу тебе, как... Так, дружба со мной еще никому не вредила. По рукам будут те запчасти. Так, расскажи о себе, покажи мне твои товары. А, так, пока нет, но я про тебя помню. Я хочу покрасить предмет. То покажи мне свои товары. Да так, просто оглядеться хотел. Так, вроде я все квесты взял. Так, патронов я купил, да? Патронов я купил. 142 еще в наличии. Так, теперь нужно купить аптечек. Аптечек средних. Стрелять я тут не могу. Покажи свои товары. Средняя аптечка. Ну, давай хотя бы 5 возьмем. Так, окей, 5 штук взяли. Что я тут при деньгах? 450 монет еще есть. И теперь давай определимся, что мы будем делать. Знал заданий. Так, отмычка под вопросом. Надо это. АТП. Исследовать АТП. Тайники в аномалиях. Может быть выполнено в группе. Рекомендую от 3. Тайники в аномалиях и запчасти. Это... Так, мне надо найти черный металл. Это у меня есть. 3 резины. Ну, я чуваку подарил. И серы. 3 серы. Так, оно активно у меня сейчас, да, получается? Угу. И это надо... То есть, по сути, выходить-то мне хоть куда надо, да? Хоть куда, но мне надо потом вот сюда. Поэтому мы сейчас вот туда и стартанем. Мне надо на АТП-шку... Вы покинули... Да, покинул, я в курсе. Так, мне надо на АТП-шку сбегать. А, мне надо аптечки, во-первых, вернуть на место. Восьмерка. А, тут
Жрать, пить неохота, да? Все это есть. АТПшку исследовать, еще 5000 опыта получишь. Пока будем исследовать, нащелкаем этих ненормальных там. Так, не бери чужой лут. В КПК можно управлять активностью квестов, а также просматривать подробную информацию по ним. Так, ну... Ну, ты меня как раз на АТП и посылаешь. Ты послал меня на АТП. То есть на три буквы, грубо говоря. Послал на три буквы. И ничего не скажешь, ведь надо идти на эти три буквы. Так, а здесь два входа получается, что ли? Так, в тот раз я вот через вот этот зашел. Давай посмотрим, что у нас через этот вход. А ничего. Тут хоть и пишет, что типа вход, но похоже это просто обман. Так, на прыжки расходуется больше выносливости. Внешний вид снаряжения персонажа можно менять у оружейника. В наличии большой выбор раскрасок и цветов. А, понятно. У оружейника можно менять внешний вид персонажа. Ну, сколько у вас тут днем-то ходит? Сколько у вас тут? Чё мешок-то? Почему вот неактивный? До сих пор стоит. Вот еще мешок это. Кто-то помер тут. Вот еще мешок. Испорченное мясо. Не нужно мне мясо испорченное. Так, пластик. Пластик у меня есть, в складе лежит, а вот остальное нужно собрать. Так, сейчас мы тогда, подожди, пока мы заморочимся вот этим, активным сделаем, да? А, ну у меня там, по-моему, только одно мясо было, я там только одно мясо продал. Не, по сути, главное эту тварь вовремя его заметить. То есть эту тварину главное вовремя заметить. Так, вот это свалка. Это строительный мусор. Банка, стекло. Потому что на него, когда смотришь, он на это. На тебя не нападает. То есть это уже как бы плюс. Просто если их много... Сразу на тебя побежит. Ты на всех смотреть не сможешь. Вот, отстреливаются ребята прям. Шмаляют там. Бог ты мой, как. Так, ну. А мы пока будем... Бегать, выполнять задания. Может быть и... Эти выполним. Исследования на 100%. Да, завершим.
Не, ну сейчас тут игроков-то много и сложнее этих будет находить. Это вот радио. Давай исследуем. Так, аномалию мы исследовали. Угу. Расскажем потом чуть позже. Сейчас мы... Так, ты, Михалыч, ты задолбал. Так, запчасти. Наблюдатели. Блять, опять этот короб там этот. Через контейнер, поняли? Читерство. Читерство. Просто чистой воды читерство. Как ты на расстоянии? Чем ты меня на расстоянии-то убиваешь? Ну, то есть... Дамажишь чем на расстоянии? Не понимаю. То есть у тебя дальняя атака, что ли, или что ты? То есть вроде я от тебя нахожусь далеко. И ну ты умудряешься как-то меня там это... Замочить. Ну, повредить, урон нанести. Как? То есть куча вот таких вот нюансов, или это недоработка, или это так и задумано, что это... Так и должно быть там, да, что он будет тебе на урон наносить. Так, это, наверное, мусор, нет? Нет, это не мусор. Ну-ка, если мы сейчас... Давай попробуем зайти. Опа. Ёпа-мать. Ну, не так далеко и не так высоко меня забросило, конечно. Не так далеко и не так высоко. Так... Испорченное мясо, ромашка, пластиковая бутылка. Как ты, падла, вот как? Объясни мне, как? Сука, что у тебя за клещи-то такие дырявые, блядь? А? Я не понимаю. Я не могу понять, что у него за клещи-то такие нереальные какие-то. Поиск металла. 65, наломать дров.
Давай мы дров наломаем. Просто что за... за такие... клещи могут быть? Так, а дров... Так, ну-ка, наломать дров он. Та-та-та-та-та. Может быть, выполнен в группе для Либора просит собрать ему для водра кухни. Необходимо вознаграждение. Ну вот смотри, вот, вот дрова лежат. Так, а как дров-то наломать это? Ну, то есть выбить с кого-то надо, значит, да? С кого-то надо выбить. Я просто не помню, где я. Там дрова-то эти брал. Опа. Сорян. Не туда сунулся. Там, блядь, поверху бегает. Ебаный сраный ящик. Как мне эти бронированные ящики задолбали. Сука, я думал, аномалия какая-то там. А это просто там. Просто лучи света. Это просто лучи света. Мы АТП 65 только из раз исследовали. Еще нужно. Блин, а где еще-то? Так, 8 утра. Фармить бабло.
Ну тут вроде кажется игрушка такая простая, ничего сложного, но вот в плане, скажем, фарма бабла там, да, пейдж, поиск металла, мясо наблюдателей, запчасти. И Михалыч, отмычка, 65 этих израсходов. Так, вот какой-то металл я тут нашел. Можно будет что-то отсюда? Или это не металл? Короче, эти аномалии воздушные. Чтобы пройти через них, надо на арку. А, вон ящик опять это, да? Ящик, ну с... Здесь я был. Мед, пиво пил. По усам текло и пизды получил. Ага, преследует меня, смотри-ка какой он. Хитро. Хитро сделанный. Здесь нихера. Здесь тоже шляпа. И здесь какая-то шляпа. Так. Металл. Просто вот интересно, здесь по этим надо. Но это-то меня убьет аномалия, если я в нее сунусь. Собрать металл, собрать то, собрать все. Помойки, мусорки. Или это все в помойках должно быть? Надо на мусорках, на свалках находить. Так, тут я ходил. А может просто что-то я не могу активировать, там же как-то вот, может, недоступно еще что-то, черт его знает. То есть всякие станки, тут верстаки стоят. Ящик. Пустой. Ах ты, падла. Пластик, смотри-ка.
И... Кто-то меня убил. У меня и патронов не остается уже, ни хрена не остается. Но тут недалеко. Давай-ка попробуем добежать. Что у нас там за кучку дук. Вот мой мясо там какое-то. Тут ни хрена нету, да? Нету, ничего нету, аптечек нету, и тебе здесь делать нечего. Эту хрень я на 70% исследовал, да? А почему у меня мясо, квестовый предмет, выпал, интересно? Вот мне что интересно, почему у меня выпал квестовый предмет? Так, а здесь я ходил, сдам этот. Там этот, блядь, клещни эти сраные. Давай, я просто сваливаю, как сыкло. Просто сваливаю, как сыкло, и все. Давай посмотрим, что у нас есть. У нас нету в достаточном количестве ни хера того, что нам нужно. Зато есть какой-то свинец, какая-то еще это херня полная. Но у нас нету ни аптечек, ни хера нету. Патроны заканчиваются. Бля, в безопасной зоне ты можешь быстрее восстанавливаешь ХП или нет? Или это все наебка? Обманка. Так, это что, торфяник? Не, ну карта тут так-то, в принципе, обширная, да? То есть, смотри, тут вот сюда еще идет она. Здесь еще что-то есть. То есть, походить тут прям прилично можно пошариться. Кладбище есть там даже. Так, и что тут кто-то это... шарится там. Кто это? Крыса. Первого уровня. Оп-оп-оп. В безопасной зоне стрелять нельзя. Нельзя. Так, мне либо вот здесь пробежать сейчас. Вот здесь. Счастливы родятся под звездой Конфедерации. Счастливые родятся под звездой Конфедерации. Пробежать здесь. Ну, тебе надо возвращаться в Солнечное. А что делать? У тебя аптечек не осталось.
Вот это ты. Забежал в аномальку. Ну, хоть от меня это отстало. Так, тут строительный мусор. Снова только вот эта херня тут и валяется. Чё, другого нету? Ничего. Банка там, это и стекляшка, вот. Весь строительный мусор. Точность и эффективность стрельбы напрямую зависит от уровня владения как конкретным оружием, так и классом оружия в целом. Чем больше вы стреляете, тем лучше у вас это получается. Пара-пара. То есть, чем больше вы стреляете, тем лучше у вас это получается. Это хорошо. Хорошо. Подожди, а вы чё это? Слышь? Да что ты, все пустые ящики-то мне попадаются. Ни одного квеста ты не сделал. Ни одного не выполнил, то есть ни ресурса, ничего, ни одного не собрал. И возвращаешься. Как-то стрёмненько. Ещё, походу, ты не туда бежишь, да? Ещё, походу, и не туда бежишь. Кто меня преследует, интересно, если... Так, тут крыса, это вообще... А вон, по-моему, вон я какую-то свалку вижу. Давай добежим. Болота на карте отмечаются, а свалки на карте. Ну, если это свалка, конечно. Ночью-то я хоть свечение купола видел, и я понимал, куда мне бежать. А сейчас-то я... Ну да, что-то похожее на свалку. И меня кто-то там преследует. А, подожди, так это этот... Это этот, блядь, морозота за мной бежит до сих пор. Поняли? Так, ну-ка давай. Свечение, вон я вижу, по-моему, свечение, да? Либо это у тебя глюки. Знаешь, говорится, если видишь в поле люк, не пугайся, это глюк. Не, ну тут вот... Я же слышу, падла клешнями своими щелкает где-то это. Где-то эта тварь щелкает своими... клешнями. Же, может, мне на дорогу выбежать? Там его четче будет заметно. Сука, хитрый какой этот. Хитрюга просто. Так, ну тут... Человек. Тут мусор вроде только строительный какой-то лежит. Ну, не тот мусор, который нужен, лежит. Неактивный. Шлакоблоки, да еще всякая такая. Дребедень. Дребедень.
стартанули. Давай, старт. Так, вот тут еще какая-то это кучка. Каках. Точность и эффективность стрельбы напрямую зависит от уровня владения. Постоянная практика – залог успеха. Вот оно что. Надо постоянно практиковаться, оказывается, чтобы быть успешным в стрельбе. А, не, я квест выполнил только это. Про аномалию. Михалычу там. Ба-ба-ба-ба, побазарить. Бля, может груздей пособирать, тут удастся хоть монет под это, под... Сахарок 3 двойки. Грубую кожу делают и продают, и она дороже, чем все другие ингредиенты. Ну супер, сахарок. Сахар, сахар, сахарок. А ну-ка, источник воды. Давай. Два. 3. Все, нету больше бутылок. Вот уже 6000 поднял. Ну, слушай, он барыга-то прям. Че ты? Да пошла ты, шавка. Че вы все на меня это? И тут еще. Псина ты позорная. Кстати, или свинец есть. Даже шпицы хозяек своих жрали. Кто такие шпицы? Ну, видел я их на картинке пару раз. Все там в чате люди этими мерятся своими письками, у кого длиннее. Да я 6к поднял. Шо твой 6к? Я вон в шахту сходил, свинец не дам, я 6к завтра плавить буду. Все, можно 50-60к поднимать. Так, я просто не могу так хорошо фармить свинец. Привет, ты по делу? Да, все же тут карту с аномалиями составляете. Так получилось, что нашлась аномалия радио на АТП. Думаю, вам эта информация пригодится. 200 опыта, 200 жетонов, 200. О, спасибо, дружок, сейчас отмечусь. Держи это тебе за информацию. Квест есть какой? Мне нужна работа. Давай посмотрим. Лабораторные тушки. Не торопись с выбором, подумай. Лабораторные тушки... А что, все крысы уже в округе кончились или Рафик платить перестал? Ладно, шучу, есть одно дело важное. Но и оплата соответствующая. В общем, смотри. Неподалеку от города есть кладбище, а на нем молодое стадо кабанов завелось. Какие-то они не такие. В окрестностях раньше подобных не было. Нужно бы собрать образцы их плоти и отправить ее на исследование к столичным ботаникам. Возможно, этот вид мутантов агрессивнее, чем те, что были раньше. Поэтому будь аккуратнее. Знаю, задание непростое, но и оплата будет соответствующей. Договорились. Боец, удачной охоты. Окей. Новое задание — лабораторные тушки. Ну, окей. Так, давай посмотрим, что ты мне вообще за это задание предлагаешь. 600 опыта и 300 монет. Да я прямо золочусь сейчас, ёптать. 600 опыта и 300 монет. Куда я такие деньжищи-то девать-то буду только?
я прям в замешательстве, я даже прям даже не знаю, куда 600 монет-то можно будет потратить. Свои товары покажи. Давай. Купим. Да хули надо с десяток сразу покупать. 250, вот они. Слили. 250. Кабаны, кабаны, кабанчики. Так, Рафик. Здорово. Что за, блядь? Что за хер там орёт? Так, давай. Молоток. Продадим. Блядь, я тебя захуярю. А чё тебе деньги нужны, что? Это продать так. Бутылка хлам. Осколок панциря. Заметите, 10 передал. Я знаю. Так вот я и возвращаю к маленькому. Давай, давай. Он тебе дал 10, а ты ему 20 тоже. А я ему дал 4000. Дал 4000. Ты 20. Еще десятку подкинь. Так, и слоты расширить. Если ты сам первым начал. Я знаю. Клешня наблюдателя. Так, ладно. Патронами затарился. А, подожди, пластик. Ты хочешь считать 20к от дня от рублевыми, да? Вы не можете представить, потому что он необходим для квеста. Ну тогда я его обратно перенесу сюда. Так, и что это такое? Это стальная. Здесь нет копеек. 15 тысяч. Ой, ну не надо. Так, это собачий жир его продать тогда тоже. И то продать. Короче, да, ты меня с копейками 4 тысячи. Да ёптыть. Тебе тоже карамелька на маленько. Так, вот это сюда. И да, вот это сюда. Сколько ты ему берём, интересно просто. На хлеб копейку, на маску. Так. Кладбище это где-то вот здесь там, да? L M. Показать позицию. Больше щедрый, чем фильм. Окрестности солнечного. Ну это вот сюда надо будет топить. Это сюда надо будет топить. Так, ладно, наверное. Ну туда мы сбегаем в этом. В следующей серии там сбегаем. На этом, ребята, все. Давайте. До встречи.